Так какова же ваша цель? Та же, что у вас. Мир, стабильность, земля, где люди смогут жить вместе, как равные. Почему же вы не в братстве? Мой отец был ассасином, и, насколько знаю, очень неплохим. Но я хотел бы иметь детей. Сложно жить в двух мирах одновременно, так что я выбрал один. Я понимаю. Но я помогаю, чем могу. Вот почему мы здесь. Расскажите о Томасе Хике. У него здесь в городе цех фальшивомонетчиков. Найдите его логово, и мы сможем его арестовать. Оказавшись за решеткой, он будет безопасен. Вы знаете, где он? Не совсем, но я представляю, где можно начать поиски. Я слышал, тут ходит много фальшивых купюр. Явно дело рук Томаса. Я такое не забываю. Ну, с катушек съехал, раз решил такую... Что за дрянь? Это не деньги! Крашеная бумага! Больше ты меня не проведешь! Стража! И напоминает молодежь... Одноглазого душит и душит. Этот вообще надрался. Да выгляди, обмочится да свалится под стол. Этот вообще надрался. Нужна помощь! Отец Эммет пострадал больше всех. Ему чуть голову не проломили дубинкой. Одна рюмка сожрёт одноглазого, душит и душит. Ах, это шмара получается. Давай, парень, найди себе шмару посимпатичней, да проваливай. Одна рюмка и уже бухло в хлам. Ах, это шмара поплатится. Его послушать, так он вам никаких шмар надрался. Сам только одноглазого, душит и душит. Свалится под стол. Давай, парень, найди себе шмару посимпатичней, да проваливай. Так он баб никаких мало. А сам только одноглазого тужит.
помочить. Убери-ка бумажки. Нас ищет стража. А? Что случилось? Чертов торгаш поднял крик. Привел стражу, но я от них удрал. Шеф будет в ярости. Было бы хуже, если бы меня взять. Да и у нас уже есть почти все нужное для работы. Иди скажи ему. Я предупрежу всех. Слышал, что случилось на рынке. Шеф велел, чтоб все вернулись в лавочку. Сегодня нанесем удар. А как же эта заваруха со стражей? Я ж сказал, это ерунда. Никаких проблем, я же улизнул от них. Но лучше держаться от них подальше. Не верится, что мы это сделаем. Как герои, покончим с этой болтовней о революции. И станем знатнее королей. Да, революция. Горстка безмозглых хулиганов. Только и надо, что все перевернуть вверх дном. И испортить же честным. Да ну. Ну да. Тебе, мне и Хики. Простым трудягам, кто хочет выжить в суровом мире. Найди себе шмару посимпатичней да проваливай. Чего? Томас Хики? Допустим. Тебе-то чего? Вашего брата же не осталось. Значит, придется это исправить. Взять!
Вон еще один! Хватай! Задержать! Любопытная публика! Прирежу! Не шучу! Это золото! Отсюда все мое! Все мое! Монетки! Деньги! Тихо! Ты больше не опасен. А ты дурак, раз лезешь туда, где ни черта не смыслишь. Вашингтон единственный, кто сохраняет армию сплоченной. Убьешь его, и конец нашей свободе. Нет, парень. Не будет меня, им придется повысить Ли, и тогда... Вы оба арестованы! Да это обычная ссора. Чего такого, если двое мужчин разрешают вопросы по старинке? Может, договоримся? Тихо! В чем нас обвиняют? В сбытии фальшивых денег. Я ни в чем не виноват. Ну, конечно. Слушайте, тут все куда серьезнее. Этот человек хочет... Ты... соскучился, дружок? Что, сказать нечего? Раз ты здесь, Вашингтон спасен. Верно, верно. Только, кажется, меня отпускают. Спасибо за помощь, господа. Больше никаких ошибок, Томас. Тебе ясно? А с ассасином чего? Вон он. Его посадили рядом со мной. Не всех переловили, а? Чарльз, займитесь им. Понял, сэр. И что делать? Ты из континентального конгресса. Прихвостень Адамса. Кажется, я знаю. Да. Убьем двух зайцев. Как? Всему свое время. Этот ассасин никуда не денется. Пойдем поищем тебе пристанище получше. Это вы о чем? Я думал, меня освободят. Боюсь, это пока невозможно, спасибо Бенджамину Толмиджу. Он принялся болтать языком, бог весть что. Вас обвиняют в заговоре с целью убийства Джорджа Вашингтона. Что за дерьмо? Я думал, вы разберетесь. Мы обсудим это не здесь. Чем у вяленой трески.